Огромное спасибо, что вы пришли сегодня сюда. Для нас это первый опыт. Наши гастроли, юбилейный тур благотворительный по городам Татарстана. Вот сегодня Казань, завтра Мамадыш, Набережные Челны, Альмет, Азнакай и Таган. Ищите октябрьда, Хайтавыз, Куазанга, Инкансада, концертная Мирайвыз, Алмадырса. Мы, наш ансамбль Медина объездил весь мир. Нас называют мусульманским хором Иосиф Давыдович Кобзон, потому что мы выступаем, представляя нашу мусульманскую музыку, именно женщины-татарки, мусульманскую музыку представляем во всем мире, на всех праздниках, мусульманских, православных, иудейских. И нам очень приятно, что послы стран Иордании, Туниса, Марокко, Ирана, Турции, Саудовской Аравии благодарят нас за то, что мы представляем культуру российских мусульман. И Аллах-Таляна Гердавыбля, ничего не боимся, и тем самым устанавливаем вот этот мост дружбы, что в России живут мусульмане. Но нас все принимают за казанских. Говорят, передайте привет Казани, передайте привет Татарстану. Даже они не понимают, что в Москве могут жить татарки. Щупают нас, подходят. Говорят, как вы там вообще живете-то, вас не убивают? Мы говорим, да вы что, в России ислам, мы совершенно свободно поем со сцены наши исламские мунаджаты, наши песни, которые и древние, и которые мы сочиняем сами. И действительно, вы не поверите, послы нам говорят огромное спасибо, российские послы, вы делаете гораздо больше, чем дипломаты. И одну из таких песен мы хотим вам исполнить. Мы выступаем на всех праздниках наших мусульманских. Из дня Рамазан. Назифа Карима Сюзляля. Айдагис Бергаля. Oh.
много. А сегодня тоже праздник. Вот нам день Ашура. Как вы знаете, это день, когда Всевышний создал Адама, первого человека. И в этот день принято дарить подарки. И за это Всевышний вознаграждает всех. И мы сегодняшний наш концерт, это тоже подарок для вас. Еще раз говорю, мы очень волнуемся. Мы очень рады, потому что, приехав из Москвы, сразу попасть в Татарский, вот такой хороший, замечательный центр культуры, очень уютный, и ведь для настоящих татар это очень-очень ответственно. Так что спасибо вам огромное, что вы пришли. И мы тоже вас поздравляем с праздником День Ашура. И этот праздник также пророков. Вот мы сейчас исполним песню «Мунаджат Нашид», который так и называется, 25 имен пророков, которые упоминаются в священном Коране. Ас-салату ля-наби. Thank you.